Звучит серебряный голос. Фестиваль вокалистов-исполнителей песен на чувашском языке в 20-й раз собрал в Чебоксарах более 30 участников. Ульяновск, Оренбург, Петербург, Сургут. Фестиваль по праву называется всероссийским. Каждый год на чувашской земле он собирает исполнителей эстрадных песен на родном языке. Регионов очень много, голосов очень много. Также и районам хочется сказать, они подготовились, хорошо подготовились. Много красивых костюмов. Этого дорогого, наверное, стоит. Мы чтим как бы культуру, да, сохраняем культуру, быт чувашского народа. Они прошли отборы в своих городах. Финалисты приехали в Чебоксары, чтобы выступить перед взыскательным жюри, в которое вошли маститые деятели культуры и искусства Чувашии, музыкальные преподаватели и руководители вокальных коллективов. У некоторых вот не хватало там то, что вот дыханием не владеют сразу. Видно, я думаю, те, которые вот специалисты вот эти могут оценить. И прийти вот к песню тоже вот образ должен быть. О чем они хотят рассказать, о чем они хотят петь. Это немаловажно. В целом мастерство и уровень участников растет из года в год, отмечают в жюри. В этот раз гран-при отправляется в Татарстан. Я вообще думала насчет того, как спеть и как прожить песню. Саму. И я сама хотела донести до зрителей весь смысл песни и сама, соответственно, получить удовольствие от песни. Честно, первый раз участвую на этом конкурсе, и так все, судьба сложилась, видимо.